Здравствуйте, пастор. Я знаю, что вы за планирование семьи, но в церкви, где я хожу, говорят, что это грех. И, честно сказать, мне не хочется иметь 10 или более детей, но еще больше не хочется поступить вопреки воле Божьей. И еще вопрос. На ваш взгляд, можно ли христианам предохраняться? Нужно. Бог мой, нужно, аллилуйя. Во-первых, Бог дал тебе мозги. Первое. Во-вторых, Он дал тебе способность воспитать определенное количество детей. Третье, Он дал тебе желание иметь детей или не иметь детей. Окей? У тебя то, что ты можешь иметь детей и можешь иметь много детей, не говорит о том, что ты их всех должен иметь. И когда Иисус сказал, плодитесь и не размножайтесь, Он не тебе одному это повелел. Тоже откровение важно. Поэтому я так скажу, планируя семьи, идеальная вещь. Человек должен иметь план, когда он будет быть способен иметь детей. Мы планировали все. Поэтому наши дети сейчас с Иисусом. Поэтому, когда через 2 года мы договорились после нашей свадьбы иметь детей, мы были адекватны. По крайней мере, чтобы друг друга уже не съесть. Окей? И чтобы мы уже мочь детей воспитать. И когда мы воспитывали детей, мы вкладывали в них. Поэтому, дорогие, да, планирование, да, предохранение очень важно. И если вы не хотите поступиться, например, я боюсь, чтобы не послушаться или там волю Божью соблюдать. А кто сказал вам, что та секта, в которой вы находитесь, там воля Божья? Кто сказал, что в этой религиозной местности, да, скажем так, мягко говоря, да, что там Бог оттуда говорит. Это люди придумали вещи. Это люди в своем маразме придумали вещи. Дорогие, предохраняйтесь, имейте детей столько, сколько вы хотите. Это вам дано Богом. Нигде Богом не написано. Окей? А что делать тем, которые нет желания вообще детей нет? Можете не иметь. А что делать тем, у которых только возможность одного иметь? И все, и организм женщины больше не позволяет. Сколько таких случаев есть? Нет. Можешь успокойся, адаптируй там, и так далее, если любишь детей. И наоборот скажу, любишь детей, имей столько, сколько хочешь. И сможет твой дом и финансы позволить тебе, имей 15-20. Да боже мой, больше лучше. Если ты способен всех их... Не ранить. Знаете, за годы энкаунтера, тысячи людей прошедших, самые раненые и отверженные дети, самые раненые и отверженные судьбы, это дети из многодетных семей. Это все здесь подтвердят. Здесь сидят люди из многодетных семей. Они мучились, потому что они никому не нужны. Их использовали как рабов в семье. Они должны были воспитывать. И из-за этого раны настолько большие, что потом следующее поколение из многодетных семей вообще детей иметь не хочет. Дорогие, извините, ценное от Господа. Окей? Поэтому сразу скажу, планирование 100%. Бог дал тебе мозг, Бог дал тебе, значит, способность планировать. Кошки этого делать не могут, им надо по весне бегать. Окей? Поэтому... Окей? Бог дал тебе ум, двухкомнатную квартиру, вот примерно и рассчитывай на способность. Поэтому, ну как, у меня есть четкое понимание этой ситуации. Пожалуйста, возлюбленная, добавь. Я скажу одну вещь, и все. Потому что у многих как понимание, что жена спасается чадородием. Но это старое, это неправильный перевод. Говорит, жена спасается со всеми ее рожденными детьми. Сколько родила одного? Вот, одного. Спасена с ним. Родила двух... 10, 15, 18, вот 7, знаете, вот это вот. Потому что у многих такое чувство вины, когда у них они не могут много иметь детей, у них чувство вины, что они не спасенные. Да? Извините меня, если твои дети не с Богом, тут ты их родила, и где они сейчас? Ну, это опять, это старый вопрос, затертый, но, может, кто смотрит онлайн, для них это важно знать. Потому что многие живут в селах, в городах, там, которых вот так вот они вот рожают, и они не любят этих детей, они не вкладывают своих детей, и думают, это просто очередной плод, вот это вот, знаете, вот надо рожать, и все. А дети потом идут на произвол судьбы, и потом мы видим... И мы работаем вот на энкаунтерах, им также и на энкаунтерах, которые в Завете Церкви, они работают вот с такими людьми, детьми, которые отвержены, никому не нужные, которые разбитые судьбы. Вот, и потом с Богом ничего не хотят общего иметь, в церковь никто не ходит, потому что я столкнулась с этим. У меня по моей маме стороне очень все такие, можно сказать, религиозные, и у них там не менее 11 детей.
у моих дяди и тети. И что интересно, они мне сказали такую вещь. Она мне спросила, она знает, у меня трое детей. Она говорит, а твои дети в церковь ходят? Я говорю, да, они даже хотят быть в церковь. У них считается наказанием, чтобы не пойти в церковь. Они плачут, и для них это просто истерика, чтобы, когда я им говорю, так, будешь плохо вести себя, я тебя в церковь не возьму. Нет! Она на меня смотрит и говорит, вау, подожди. Говорит, интересно, что у нас, говорит, они дорастают до 16 лет, и потом они перестают ходить в церковь. И мы их не можем уже заставить. Я так послушала ее, и у них куча детей, парней, девочек, которые просто перестают ходить в церковь, потому что им неинтересно, им Бог не нужен. Они когда ходят, потому что родители еще везут, когда они уже свои права заимели, свой голос заимели, они говорят, что я должен туда ходить? И все, и у них вот эпидемия таких семей, которые имели детей, чтобы типа спастись вместе с ними, не толком, и дети нигде, и родители не имеют мира, потому что их дети как бы с Богом ничего общего не хотят иметь. Поэтому имейте столько, сколько вы чувствуете, сколько вы можете потянуть, воспитать и вложить в них все, что вы можете в них вложить. Вот, и все. Еще один момент, очень быстренько. История перевода этого места. Это переводилось синодом, православным синодом для Старой Руси. В Руси тогда было очень много чумы, и это место было специально переведено, чтобы возобновить деторождение. Okay? И именно только в синоде это место звучит, что через чадородие ты спасаешься. Ни в одном другом переводе, нигде это место так не звучит. Поэтому поймите, что тогда нужно было поднять детей, и попы по церквям учили в селе, что именно это тебя спасает, и этим провоцировали рождать детей, чтобы Русь и так далее, как бы, ну, она поднималась и росла. Okay? Поэтому вот эта предыстория этого места. Пожалуйста.